Приветствую вас на моем канале разбора в анонсах телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Понятно, что Оксана Гетман – это я. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в финале проекта «Пацанки» и кто победит. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болеете, кто вам нравится больше всего. А я вам расскажу, кто же будет в финале. А в финале у нас будет Ксюша, которую я по ошибке все время называю Катей. Может, потому что Ксюша и Оксана – это одно и то же, и у меня как-то это вытесняется. Вытеснение – это когда вы что-то забываете, то, что с вами связано. Это так, упрощенно. Дальше в финале будет Белла, которую все любят. Настя будет и Костя. И победит Настя. Смотрите на выражение Димы Билана. А вы мне напишите в комментариях, кто вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!